Noi avem astăzi foarte mulți oameni, practic fiecare din voi are pe cineva din diasporă. Всегда про диаспору вспоминают тогда, когда выборы, к сожалению. Потом про них забывают. Поднимите руки, у кого есть кто-то из близких в диаспоре на заработках. Так вот, чтобы сделать первый шаг по отношению к людям, я сам таким когда-то был 15-17 лет назад. Я уже очень сам настроил газды, когда шел с вами интрокамеры. Știu foarte bine cum să mergi la Kievski vokzal când mama îmi trimite pachete de acasă, am trecut și prin asta. Я со специалистами вывел формулу, unul din proiectele de lege, așa ca să-i trezim pe cei de la Chișinău. Pentru cei care muncesc în diasporă, pentru părinții, frații, surorii care aveți, cei care transferă în timp de 5 ani de zile acasă, suma de 20.000 de euro, 4.000 de euro pe an, asta 300 de euro. Voi știți fiecare cum au grijă de voi părinții, rudele care sunt acolo. Каждый наш гастарбайтер из диаспоры, который будет перечислять деньги легально домой, одну машину раз в 5 лет бесплатная растаможка. Красиво, не? Ну, трясли аргументы, поменяйте, жду помолвляться.